«Весна, драйв и элегантность в одном флаконе». Такой слоган более всего подходит к праздничной встрече, состоявшейся 4 марта в клубе «Кругу друзей». Мы уже неоднократно говорили о том, как умеет веселиться поколение отцов. И еще раз подчеркнем это. Торжество было приурочено сразу к двум датам. Любимому народом празднику Масленицы, посему столы буквально ломились от блинов всех видов, и традиционному женскому дню 8 марта. Обаяние и поистине фонтанирующая энергетика ведущей Гульнар Перковой задавала тон всему мероприятию. Поздравления следовали одно за другим. Забавная сценка, поставленная самодеятельной театральной труппой клуба. Темпераментные гости из заезжего цыганского табора. Песни, частушки, романсы, стихи о любви. Весна ведь... Кроме чаепития была еще танцевальная программа. Цыганочка, барыня, рок-н-ролл, твист, Чарльстон, да всего и не перечислишь. Участники клуба не только потрясающе поют и танцуют, но и сами пишут стихи и песни. Подкупает артистизм ветеранов клуба. Светланы Ивановны Грицык, Максима Трофимовича Исайкова, Натальи Александровны Яковлевой. 13 лет я хожу. Атмосфера чудесная, теплая, радостная, весенняя. Сегодня, накануне 8 марта, я танцевала цыганочку с веером вот так. В этом клубе я участвую недавно. Но вот такая теплая атмосфера мне импонирует всегда. Интереснейшие люди. Удивительно радостное праздничное восприятие мира, фантастическое умение веселиться и радоваться жизни. С наступающим праздником, дорогие дамы!